Масаи – знаменитые африканские воины-кочевники, населяющие саванны Кении и Танзании. Как и 100, 200 или 500 лет назад, продолжают перемещаться по саваннам вместе со своим главным богатством – стадами скота. С той лишь только разницей, что когда-то еще и охотились. Даже чтобы стать мужчиной, мальчику полагалось убить льва. Но сегодня правительство львов пересчитало и убивать запретило. Воины нарушают запрет, но редко и очень тайно. А в остальное время воинами остаются только в душе, а живут пастухами. Стараются держаться подальше от цивилизации, которая их угнетает. А если что и нужно в магазине, пройти до него 5 или 10 километров пешком для масаи не проблема. На то он и...